В рамках экологического мониторинга пятиуровневого с 1997 года здесь находятся разные виды животных. Они для нас являются одним из индикаторов, который говорит о том, насколько мы загрязняем окружающую среду или не загрязняем. Соответственно, если у них нет болезней, рождаются каждый год дети, они хорошо выглядят, у них нормальные анализы крови, а мы делаем такие анализы у некоторых раз в полгода, у некоторых раз в год, то мы можем спокойно, как индикатор, их использовать для того, чтобы с уверенностью сказать, что мы с помощью их контролируем в том числе и загрязнение окружающей среды, и как оно воздействует на животных, на людей там, и так далее.